Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Marvel. Так, ну что, поехали. Я буду играть старой колодой своей, 9-м номером, против Андре. Ну зашибись, выдали мне. Ты посмотри, 6-й, 4-й и 5-й. Я ничего не смогу сделать. Просто туп... А, нет, ну если только вот этого поставить. Ну, не буду. Пока не буду, не вижу смысла в этом. Он ставит леденяшку, да? Ну, он поставил леденяшку. Так, после третьего хода на сторону проигравшей, так, добавляется глыба. Ну, если я вот так вот сделаю, так и вот так. Так, это у нас змей. Так, мы можем поставить. А тут просто руины, ребят. Давай вот так вот сделаю. Анжела. Дерби. Ну давай Вонга теперь влепим. А что делать-то? Так, Скорпион. Ну что, у нас... Блин, кого лучше поставить-то? Давай Дума, наверное, влепим. А после уже поставим... Тигрицу. Так, сожрал, да, там всех? Угу. И последний, ребята, ход. Делаем вот так вот. Глыба как бы вообще здесь, ребята, вот не в тему, если честно. Шторм. Ну ты проиграл, парень. Получается. Да? Да. Он, ребят, проиграл. Две локации я занял. И преимущество у меня по картам идет здесь. Шан-Чи. Где же ты, когда ты мне нужен, а, Шан-Чи? Так, давай-ка мы, наверное, заберем с тобой выполненные задания. А он еще новый сезон, что ли? Я смотрю, первый ранг у меня. Второй ранг стал. Замечательно. Ну-ка, что у нас тут? 100 кредитов. Итого 380. 380 плюс еще 50 кредитов, да, мы сейчас заберем. Доктор Осьминог и Черная кошка. 3-7, неплохо, Черная кошка там 3-7. Набор бустеров. Блин, можешь потратить, ребята, а? Мантис, Шан-Чи. Ого. Ого. Да дай посмотри. Подними ты выше-то. Так, Аэро Галактус. Блин, ну 6 тысяч, ребят, стоит. Ну нет у меня таких финансов сейчас в данный момент. Давай возьмем, наверное, вот этот вот бустер, вот эти вот. Приобрести набор. А что там написано? Удерживать, чтобы подтвердить. Шан-Чи, Железный кулак, Мария Холл
Инфинаут, Человек-паук. Слушай, ну нормально так дали нам. Давай-ка мы теперь прокачаем нашу коллекцию. Сейчас только посмотрим, кого нам прокачать в первую очередь. Так. Мария Хилл. Даже пока не знаю, ребята, кого бы нам. Саблезуба не хочу. А Джессика Джонс. Давай ее, наверное, прокачаем. Хоть я ей не пользуюсь, ребята, но 10 баллов получим к нам в плюсик. Угу, хранилище. Агент Колсон. При раскрытии добавляет случайные карты с базовой стоимостью 4,5 в вашу руку. Слушай, звучит как план. По поводу Колсона. Так, ну что, давай еще тогда у нас что-то есть на прокачку, я смотрю. Аж 9 карт. Плащ. Что плащ дает? 4. Ну давай плаща возьмем еще. Анимированного. Плюс еще 4 балла, да, к нам летит. Это получается мы еще 10 бустеров берем. И нам не хватает немножечко. Так, что там? Рой. И нам не хватает немножечко, чтобы получить коллекционеры. Ну вот это тогда давай добьем уж. Новая рамка. Фреймбрейк. И чуть-чуть не хватает, ну больше нету, ребят. Возможно, так, задание выполнили какое-то, вот. Ага. Ну что, погнали далее. Поиск противника. Смурф. Против смурфика будем драться. Как специально, это посмотри. Все карты здесь получают плюс 2 к силе после 5 хода. Здесь нельзя разыгрывать карты 1, 2 и 3. Давай так поставим. Че, опять на перемещениях, что ли, я так понимаю? Колода сейчас будет у него, да? Окое. Так, окое. Добавляет сюда случайную карту после 3 хода. Не будет никакой карты после его 3-го хода. Перебьешься. Может снэпнуть, ребят? Так. Дороже мне сделал одну карту. Удорожил, так скажем, да? Ну, поставим морду тогда сюда. Что делать, ребят? 3, 3, 6. У него там 7, у нас тут 6. Я на дум рассчитываю вот здесь вот. Он тоже снэпаться пошел, да? Опа, Айронмена уничтожил. Ну, что, будем ставить? Давай, наверное, поставим. Прыгнуло бы вот сюда, было бы вообще шикарно, ребят. Так, бишоп. Электро. Так, 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 5, 5, 4, там понятно все. Дум. Тут, друзья мои, только дум. Я не знаю, что он сейчас сделает. Нет, не прокатил у тебя фокус, парень. Фокус твой не прокатил с этой Чевис Американ. Так что иди погуляй. Пока. Ну, а мы продолжаем нашу битву.
битву титанов. Выиграйте со Снэп, да? Так, выиграйте на локации только одной картой. Выиграйте на локации с силой 10 и меньше. Так, у нас еще три карты каких-то может улучшиться. Давай посмотрим. Мне кажется, что это железный кулак. Только вот какой именно? Никакой. Ртуть тоже не хочет улучшаться. А кто же тогда? Морда ты, что ли? Нет. Броня? Нет. Наверное, ты... Нифига. А кто же? Блин, мы же с тобой взяли... А, вот это Джессика новенькая, да? Ну да, скорее всего. Так, ну что, друзья мои, необычное. То есть один балл мы получаем, и мы сейчас возьмем с тобой хранилище коллекционера. И йогурт, сынок. Хорошо, прикольнул. Йогурт. Так, а вот, по-моему, Шан-Чи же у нас какой-то, нет? Кто-то же еще, мы же взяли с тобой... Спайдермен. Так, Спайдермена мы с тобой откопали. Ну, пока все, ребят. Давай, поехали дальше. Йогурт, сынок. Конечно, прикольный титул. Йогурт, сынок. Еще молоко на губах не обсохло, сынок. А уже йогурт просишь. Типа того, да? Прикалывается. Ранирбла. Или Рунирбла, ну что-то такое. Так, первый игрок, запомнивший, короче, получает карту с базовой 6. Ее стоимость будет 0. Это, конечно, круто, ребят. Плюс 1 к энергии на этом ходу. Слушай, тоже неплохо, ребят. Он сейчас может... Он, кстати, может сейчас... Давай так вот сделаем. Коллекционер, да? Значит, он у него... Так, все карты получает. Угу. Давай вот так вот попробуем. Халк выпал мне. Ага. Это работать не будет здесь, друзья. Посмотрим, кто тут у него. Морбиус. Так, пятый ход. Давай вот так вот поставим. Потом, ребят, ну что? Тигрицу только лепить. Или Дума. Давай Дума поставим. Апокалипсис. Нет, не получилось у него, друзья. Фокус его не прокатил. Поэтому гуляй, парень. Вонг. Потихонечку, потихонечку Вонг у нас прокачивается. Но это второй Вонг у нас прокачивается. Об этом не стоит забывать, друзья. Блин, прикольно, да? Получить премиум. В нашей стране, ребята, премиум не так легко получить, блин. Как хотелось бы. Если честно.
И хотелось бы, и никак. Первый игрок, запланивший, получает это. Ну, он пошел, пошел, пошел. Пошел, ребят, запланять. Так, а если мы с тобой возьмем и поставим туда морду? Только одна карта. Давай морду сюда воткнем. Кузнец. Пускай он, ребят, там кузнеца своего прокачивает. Мы его уничтожим потом через Шан-Чи. Если вы разыграете здесь карту, ее сила удваивается. Давай так поставим. Железный кулак. Ее сила удваивается, да, значит? Может быть, конечно, надо было сюда немножко другую карту ставить. Так, сейчас будем ставить... Кого будем ставить? Так, наверное? Если сейчас сюда прыгнет белая тигрица, это будет хорошо. Ну все, перемещает, перемещает, перемещает. Ну, этому крышка, ребят, сразу говорю. Как интересно. Давай посмотрим. Ты прикинь, сейчас у меня сколько здесь будет? 24 и плюс 18. Так, он всех сюда смещает. А, туда? 20 и 48. Существенно, ребят, по-моему, да? Как говорится, перепад по баллам, если взять. Очень большой. А мы двигаемся дальше. Давай-ка мы возьмем с тобой колодочку. Не девятую, а... 16-ю. Это, по-моему, колода, ребят, у меня идет на сбросах, если не ошибаюсь. Айпам. Это что? Немножко не понимаю. Так, если вы выигрываете здесь, карту добавляет. Понял. Кузнец опять у него здесь. Карта здесь получает плюс один к силе. Такое. Ну, давай, наверное... Давай сделаю вот так вот. Хотя мог бы ее вообще, ребята, за нулевку сделать на самом деле.
Доктор Стрэндж. На кое туда перемещает? Ладно, фиг с ним. Блин, вот это подстава. Давай так попробуем сделать. Я пока веду только на одной, ребята, линии, вот на этой. Так, опять этот хмырь. Ну и зачем ты это сделал, Рейчик, а? Последний ход, друзья мои, последний ход. Да, наверное, ничего не буду делать. Так сделаем. Я вот здесь не уверен, что смогу победить. Парень, я думал, там у тебя что-то серьезнее будет. Я серьезно думал, ребят, что-то будет посерьезнее, но по итогам мы выиграли. Так что все очень даже неплохо. Недурно, недурно, ребят. Так, и давай, наверное, мы сыграем за... Если честно, я не помню, ребят, что это за колода. Дубль какой-то. Может быть, какая-то немножко недоработанная колода. Сейчас посмотрим. Говорит на языке Грут. Я есть Грут. Пастулио. О, это на сбросах, друзья мои. Это у нас на сбросах идет. Так, он же у нас прокачивается за каждую сброшенную карту в этой игре. То есть вначале нам нужно ставить его, а потом уже, ребята, сбрасывать карты. И желательно, чтобы это была вот эта карта на сбросе. Копию добавляют на другую локацию. Понятно. Поехали. Сделаем так. А вот 100% тебе говорю, он сбросит Хэллу. Он сбросит Хэллу, если я сейчас его поставлю. Он ее сбросит, ребят. И, конечно же, этого бы мне не хотелось. Так, постоянные эффекты здесь удвоены. Погнали. А я этого-то что не поставил-то, дурак ты, Рэй? Ну, ребят, это я тупанул уже. Это я уже тупанул. Ох. Угу. Стоит ли рисковать? Я рискую, ребят. Только, пожалуйста, не Хэллу. Сбрось вот эту, ну не Хэллу, а. Ой. Так, ну что, теперь Хэллу выставляем. О, ребят, сейчас будет весело, смотри. А, нет, еще не сейчас мы Хэллу выставим. Еще не сейчас мы с тобой выставим эту Хэллу. Да я нафиг снэпнул лучше.
Он сдастся. Ребят, Пастулио сдастся. Да ладно, не стал зваться. Доминатор. Ты понял, что он сделал? Угроза, ребята, срыва у нас. Все зависит от того, кого сейчас у нас Хэлла вернет. Отлично. Нет. Нет. Ёпарасоте, ребята. Я что-то про магнета-то и забыл. Ё-моё, мне надо было магнета действительно ставить. Ошибочка вышла. Да, ребят, признаю. Признаю, был неправ. Если бы я магнета выставил бы, у нас было бы намного больше бы шанс выиграть, чем через Хэллоу. Ну ты видел, что Хэллоу вернула не того, кого надо. Так, если вы разыгрываете здесь карту, добавляет вам в руку карту Страж. Карту Страж. Сентинель. Это имеется в виду карта, да? Давай так поставим. Такс. Нова. С наибольшей стоимостью, да, сбрасываешь? Давай я так поставлю. Дедлок. Я понял, ребят, что он тут хочет делать. Угу. Так, ну что, ставим этого. Оу. А почему... Почему не могу его здесь разыграть? При раскрытии, если вы разыграете здесь свою последнюю карту, удвоит твою силу. Давай, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. Блин, ребята, что-то сбросы у меня не получились. Потому что на пятом ходу здесь должны разыгрываться все карты, понимаешь? Ход гоблин. Но ход гоблина можно сожрать, ребят. Верно? Ход гоблина можно сожрать здесь. Последний ход. Или поставить Хэллоу. Поставлю-ка я, наверное, Хэллоу, ребят, здесь. Что она сейчас? Она вернет мне корабль. Ha ha ha.
Вот и все. Даже без этого, ребят, выиграли. Ну хорошо, что навернула и клоун, нам вернула и корабль. Это прям чудно, ребята, было. Геликарьер потихонечку прокачивается. Так, задание, 3 штуки. Можем мне забрать, пожалуйста, сливки с этого всего? Так, 100 кредитиков. Спасибо. Так, переместили. Опа-на. Вообще шикарно. Четвертый ранг, друзья мои. Четвертый ранг, всего лишь-то. Сезонный пропуск. Посмотрим, что нам тут. 100 золотишко. Спасибо огромное. Так, а вот это что у нас тут? Ага, еще 200 кредитов. Ай, молодца, ребята. Ай, молодца. 405. 405 кредитов, поэтому... Давай посмотрим. Не буду, слишком мало дает мне этих очков, ребят, хитпоинтов. Так что давай мы что-нибудь посолиднее себе возьмем. Можно броню, наверное, прокачать. Нет, броню нельзя. Марио Хилл. Можно, но я пока не хочу, ребят, ее прокачивать. Я хочу, чтобы нам дало как можно больше баллов. А чтобы я мог забирать призы. У меня столько много карт, которых я еще, ребята, не использовал. О, вот это вот, вот это можно, ребята, сделать. 8 баллов. Ультраредкая. Оп, оп, нормально. 50 кредитов в карман. И 10 бустеров на кого? На Крейвена. Правда, я не особо Крейвеном пользуюсь, если честно. О, давай. Новую рамочку получим. Человек-паук. Фреймбрейк. Шикарненько. Так, ребят, нам не хватает всего лишь 2 балла до следующего сундука. Так, подожди, а где у нас? Я все, ребята, грозился создать новую пачку. Все новую пачку, но я не знаю на ком. У нас основные принципы какие? Перемещение, сбросы и рандомный фастфуд. Это я называю девятую колоду. На самом деле не рандомный. Она играет у нас на... Эта колода у меня играет на Вонге. Она, в принципе, с наибольшей силой. Она, в принципе, предназначена именно для Вонга. Ну вот Карнейдж тут. Обожаю вот этот рандом. Твою налево. Ты специально так сделал, да? Ты просто взял и специально так сделал. Увеличил, блин, мне карты. Твою налево. А уменьшить не захотел. Просто. Еще не легче, ребят. Давай нафиг разобьем. Так вот сломаем, так сказать. А вот этого же постоянный в начале хода удаляет все способности. В начале шестого хода удаляет все способности. Давай-ка я вот так вот сделаю. Ну, тут заблокировал. А нам надо будет сейчас делать вот так вот. А сюда же не перепрыгнет, да? Получается, сюда две семерки перелетит. Да, они туда не полетят. И последний, ребята, ход у нас. Тут заблокировал все абсолютно, да? Я, наверное, сделаю
Вот так вот. Двенадцать и два, 14, да, получается. Но если он сюда сейчас накидает, конечно, карт. Скорпион сколько стоит? 2. Скорпион останется здесь. Затопил. Не вышел фокус. У пацана не вышел фокус, друзья мои. Рыльца-то, рыльца-то в пушку. Видишь? Выкусил, как говорится, свое. Ну давай еще один поединочек сыграем. Если он будет победным, будем... Так, возьмите карты, разыграйте карты. Че там? Ох, потягушечки. Уважаю потягушки. Это значит, организм растет, ребята. Потягушки. Чес. Ну давай посмотрим. Блин, ну нафига вот так-то делать? Как ты достал? Только не трогай этого. Только не трогай этого, блин. Стоит на один меньше. Так, Sunspot. А где, ребята? Что-то я не вижу, чтобы у меня появился этот. Скажи мне, я скажу. Что за звуки? Ну что, морду сюда поставить, что ли? Я не пойму. Так, ну Вонга я влеплю. Потом мы сможем разыграть Дума. В руины превратил. Ребятушки, обосрался он, я тебе скажу следующее. Почему? Ну, потому что, ребят, смотрите, руины он захотел запечатать, а у него ничего не получилось. Единственное, что сейчас я Дума не смогу разыграть. Но я смогу. Ты прикинь, если я сейчас сюда второго Вонга поставлю, а поверх него влеплю Дума. Тут просто представь. Прикинь, сейчас запечатает мне. Вот будет веселуха. Смотрим. Так, Энджела. Угу, понял. Я не знаю, ребят, кто у него там. Сейчас посмотрим. Я тут, по идее, сейчас всю Думами заложу. Упс, заложил, называется, ребят. Но все равно я выиграю. Вот и все. Спасибо за 8 максимальных баллов. Спасибо тебе огромное, Чес. Ай, сладенько-то когда, ребята? Ай, прекрасненько. Просто замечательно, великолепненько, изумительно, белиссимо. Да, я забираю здесь наградушку свою. Где она-то? О, да еще и 5-й ранг получаем. Чудно. Я помню чудное мгновение. Блин, ну вот это мне нравится карта. Офигенно, выглядит прям, ну, прям достойно так вот. Спайдермен-то с такой бумбоксом стоит. Причем это, по-моему, у нас... Это не Майлз, нет? Не, ребят, просто Спайдермен. Или Майлз. Не поймал. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем, наверное, закругляться.
Сейчас, секундочку, у нас в коллекции, ребят, что-то какое-то там баламутка какая-то появилась. Давай-ка глянем, что мы можем здесь взбаламутить. Что мы можем здесь взбаламутить? Спайдермен, наверное, да? Ну ладно, давай уж. Трехмерочку из тебя сделаем. Оживем картишку, так сказать. Но 2 балла мало же, да? А нет, для хранилища как раз то. 500 жетонов, ребят, самое максимальное, по-моему, было 600. Но 500 это лучше, чем 200. Так, у нас еще, оказывается, тут есть. Ты что? Нет, Спайдермен не хочет больше. Дум, ты что ли? Ну да. Дум трехмерочку тоже зарабатывает. Это уже второй, ребята, Дум. Фредди. Оп. Ну и там 50 кредитиков, ребята, уже, как говорится, на хвосте. Ну что, дорогие друзья, на сегодня все. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.